Страна лимония, страна без забот. Вот кто бы мог подумать, что мы приедем в город, даже не город, целый край, где лимоны растут чаще, чем у нас тополя. Не только лимон, апельсиновый, пожалуйста. Апельсиновое дерево, сколько хотите. Только что мы шли мимо дерева сливового. Просто сорвали сливы, потому что ветки свисали очень низко. Поели ее и пошли дальше себе. Мы шли с пляжа домой. Вот. А лимоны вообще здесь просто... Лимон — это основа производства лимончеллы. Все сувениры из лимонов, свечи лимоновые, мыло из лимонов. Что еще можно придумать? Все украшения, сувениры, магниты на холодильник, все. А это вот лимоновые рощи. Их сажают, культивируют, ухаживают за ними. И на завтрак просто можно подойти, сорвать себе лимон и заварить чай с лимоном, сорванного прямо с дерева. Я такое вижу впервые в жизни. Ничего никогда подобного раньше я не видел. Вот они. Их очень много. Они очень... Они ароматные. Ну, посмотрите. Те апартаменты, в которых мы живем, их хозяева владеют вот этой вот самой рощей лимонной. И тут, наверное, заблудиться можно, если пойти дальше. Сколько их. Красота. Благодатный край. Все растет. Растут сливы. Растут апельсины. Растут лимоны. Прекрасное, теплое, чистейшее море. И добрые, отзывчивые люди. Это все маленький городок на юге Италии, в 130 километрах от Неаполя. Называется он Масса Лоренцо. Да, такая масса всего.